За 30 лет заложен прочный фундамент кыргызско-корейских двусторонних отношений. С момента обретения независимости странам удалось развить сотрудничество в экономической, социальной и других сферах. Посол Кореи в Кыргызстане Ли Вон Дже поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между странами и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Он также отметил, что стороны будут активно взаимодействовать в таких сферах, как охрана окружающей среды и цифровые технологии. Сегодняшнее мероприятие будет способствовать более глубокому пониманию культурных ценностей двух стран и станет хорошей возможностью для дальнейшего развития двусторонних отношений. Уверен, что благодаря многолетнему доверию и дружбе между нами страны выйдут на новый уровень развития в таких сферах, как экономика и культура. Мы также должны работать вместе, чтобы укреплять доверительные партнерские отношения. В начале этого года в Кыргызстане были открыты офис «Койка», Центр корейской международной программы по развитию сельского хозяйства «Копия», а также офис «Кориан Телеком». Кроме того, Кыргызстан включен в список приоритетных стран по линии официальной помощи развития до 2025 года. Ровно 30 лет назад Республика Корея, одна из первых стран мира, признала независимость Кыргызстана и установила с нами дипломатические отношения. Республика Корея является одним из самых главных партнеров Кыргызской республики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на географическое расстояние, наши страны объединяют общие исторические корни, общие ценности развития демократии. Мы придаем большое значение отношениям дружбы и тесному сотрудничеству с Республикой Кореей. Развитие кыргызско-южнокорейских двусторонних отношений всегда было и будет важным приоритетным направлением во внешней политике нашей страны. Отмечая 30-летие установления дипотношений, представители обеих стран подтвердили намерение расширять и укреплять сотрудничество, основанное на дружбе между народами. Завершилось мероприятие концертной программой, демонстрирующей обычаи и культуры двух стран. Улан Касенов, Эрлан Джуншалиев, Айжамал Болоткызы, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.